кто здесь Кодзима местный? Кто здесь местный Кодзима, а? Блин, мое ЧСВ просто запредельно поднялось, когда этот уровень прошел. Так. Ребята, всем снова привет! С вами один из 7 миллиардов, Виктор. Также еще пара-тройка сотен из 7 миллиардов вон там, вон в углу. Это ребята из чата на стриме. И вот этот вот веселый паренек, который все время машет ручками. Ю-ху! Он самый забавный из всех сидящих. А вот это вот в очках вот. Мне Эдмунда Макмиллана напоминает. Вот хоть убей. Я его вижу и сразу вижу его. Мы с вами, ребята, остановились на сотруднике, которого 16 лет. Да, 16 уровней прошли. А здесь, мы решили, я почитал ваши комментарии, и, в принципе, такое рациональное предложение пришло. А давай играть так, чтобы просто пройти. Не надо тут оптимизацией заниматься по 3 часа, как мы вот здесь вот ковырялись. Потому что мало получилось даже пройти из-за того, что оптимизацией занимались много. Просто проходи. Ну, сделал, молодец. Поэтому давайте, пошли в создатели контента, посмотрим, просто ли это будет решить. И, кстати, большое спасибо вам за то, что поддерживаете эти видео. Если бы не ваша поддержка, не ваши просмотры, не ваши лайки, то продолжения, конечно же, бы не было. Итак, 17 уровень. Откуда, по-вашему, все эти кубы появляются? Ну как? Из Портала 2? Данные сами себя не создают, знаете ли? Музычка такая. Для некоторых уничтожение это просто забава. Но если так же будут считать все, то у нас быстро закончатся данные. Думаю, вы готовы? К принтерам! Давайте попробуем напечатать что-нибудь. Опа! Теперь у вас есть принтеры. Они распечатывают новые случайные данные при каждом использовании. При всем нужно поскорее попробовать. Подобрать. Внизу. Попробовал. Мне достижение дали. Раздавлен принтером. Как вам новенькие принтеры? А? О. Ой. Кажется, начальство совершило ошибку. Поэтому давайте посчитаем результат успехом и двинемся дальше. Все отлично. Все отлично потрудились. Хорош. Это самый угарный уровень, который здесь был. Даже оптимизировать не надо. Пыньк. Ну, пойдем на сложную ветку. Давай зайдем. Разовое уничтожение. В жизни каждого человека наступает момент, когда прогресс движется так быстро, настолько, что невозможно за ним угнаться. Это страшно и прекрасно одновременно. Прошу прощения. Это на меня не похоже. Я была немного ошарашена утром, когда узнала новую партию одноразовых уничтожителей. Никаких больше многоразовых уничтожителей. Да, все уничтожители в этой комнате могут быть использованы только один раз. Они взорвутся, если попробовать положить в них что-то дважды. Я знаю, сегодня особый день. Но давайте сосредоточимся на работе. Ох. Ну тут по диагонали, получается, надо все нести, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А, то есть нужно взять... Я думаю, надо всем... Налево. Шаг. Налево. А, подобрать. Потом 7 шаг вниз. Как это будет выглядеть? Работает. Да понятно. А теперь проверка. Я сейчас просто делаю программу, чтобы работала. Потом кто-нибудь, может быть, займется оптимизацией. Теперь, погнали. Если... внизу... Уничтожитель. Бросить. Шаг. Вот сюда. Повторить. Где? Прыжок.
Смотрим. А, не бросить, стоп, не бросить, а дать. Дать, конечно же, дать, не бросить, дать. Дать вниз. Хорош, я еще... Я уложился в количество команд. Да тут и оптимизировать, в принципе, нормально можно. Дать и завершить. Команд стало больше, но по идее по времени быстрее. Да. Нет. Черт, одну секунду не хватило. Одной секунды не хватило, ребят. Ну, я думаю, здесь можно как-то вот первый шаг не делать. Можно сразу подобрать слева. И как-то это все... А, ну смотри. Можно же вот так вот сделать. Все, я понял. Это убираем, сразу подбираем. И первый шаг делаем вот так наискосок. Все. Все то же самое. Теперь и команд достаточное количество. И по времени уложились. Прикинь. То есть я могу даже за 6 команд сделать, получается. Потому что не могу завершить убрать. Но это было легко. Создатели контента исправлено. Давай посмотрим. Ой. Похоже, что вам выдали неправильную команду в прошлом задании. Начальство сожалеет о случившемся. Давайте теперь не будем пытаться поднимать принтеры. Они тяжелые. Начальство предоставило вам новую команду. Взять из. Теперь вы можете взять из принтера новые данные, а также брать кубы данных у других рабочих. Вам следует подойти к новой команде со всей ответственностью. Каждый рабочий должен распечатать свежие кубы данных и немедленно их уничтожить. Повторять бесконечно. Ага. Ну это же идеально. Взять отсюда. Дать. Сюда. Повторить. Отлично. А чё так дико? То есть наискосок они не дают. А значит, взять и сдать. Хорошо. А потом... взять из... Во, вот так вот. Взять из... дать. Теперь взять из... дать. Работает! У-ху! Коротенькая программа получилась. Ускоряем. Сколько раз надо это сделать? Да, знаю, знаю. Мы сказали повторять бесконечно. Но, по-моему, уже достаточно. Мы же не роботы. 4 команды, я справился. Опа-на, я еще и меньше, чем за целевое количество секунд сделал. Ну, я вообще профессионал. Давай 20-ю. Обратная линия. Что значит прыжок не нужен? А как я тебе бесконечность сделаю? Прыжок не нужен. А это еще что? Эти кубы данных лежат в обратном порядке. Что? Да, я знаю, о чем вы думаете. Это не потому, что я смотрю на них сверху. Пожалуйста, разверните эту линию кубов. О, так. Сейчас вот мозг закипел. Закипел, обороты поднимаются, вентили... кулеры включаются, как на видеокарте, знаете? Взять все снизу и гуськом... А, и вот так вот гуськом развернуться. Идея фикс, да. Если. Пока нет, точнее говоря. Пока не дыра. Идти влево.
Как только дыра... Повторить прыжок. Нет. Прыжок. Если не дыра, идти влево, повторить. Как только слева снизу дыра появляется, нужно идти вниз. Точнее говоря... Ну да, шаг вниз. И направо. Шаг вниз и направо идти. Если справа нет дыра, шаг направо. Также прыжок. Чувствуете, да? Я почерпнул из тех уровней, как элегантно программировать-то, а? Иначе бросить. Ну, в смысле, просто бросить. Смотрим. А, стоп. Первое это действительно бросило, а остальные-то... А что они сейчас делают? Смотри, как-то перетусовывается. А я могу такой же эффект сделать, просто не двигая их? Смотри, они как-то перетусовались сами. Вы это видели? Как они это сделали? Почему они это сделали? Так, хорошо, значит, как только первый бросил, нужно еще одну проверку сделать. Так, значит, нужна еще проверка на то, что справа, если пока справа не дыра, или справа не куб данных. Вот так. Так. Куда? Черт. И. Или. Почему или-то? Нет, подожди. И. Стоп. Все работает. Атабар Яшарох. Хорошая работа. А, ой, имею в виду, хорошая работа. Да ладно, в команду вписал. И в... Кто здесь Кодзима местный? Кто здесь местный Кодзима, а? Блин, мое ЧСВ просто запредельно поднялось, когда этот уровень прошел. Просто запредельно. Витя, ты же обещал не думать. Так я вообще не думал. Это просто по велению души и сердца сказал, я это сделал. Большие данные. Мы уже с вами 9 уровней... 4 уровня прошли. 9 уровней. 4 уровня прошли буквально за 15 минут. За все эти годы я оценила множество сотрудников, таких же, как вы. И при этом все эти уровни были оптимизированы. Но они также оценивали и меня. И теперь оценки наконец можно посмотреть. По шкале от 0. Активно проявляет ненависть до 99. Безупречный экземпляр идеального управляющего. Как бы вы меня оценили? Теперь мы можем узнать. Я просто распечатаю оценки, и мы посмотрим, как я справляюсь. Рабочий, пожалуйста, возьмите кубы данных с моими оценками из принтеров. Но если вы возьмете число меньше 50, то просто уничтожьте его и распечатайте новое. Все рабочие должны держать число от 50 и выше. Да, я прекрасно справляюсь. И данные это подтверждают. Понятно. У нас, видимо...
А что, проверка на число появилась или что? Ну, поехали. Значит, нашу любимую ходульку, да? О, моя вещь. Действительно, появилась моя вещь, видите? Направление. Внизу. Пока не, да? Пока внизу. Не. Принтер. Шаг вниз. Здесь надо еще человека добавить, потому что человек может долго стоять внизу. Нужно ждать, пока человек отойдет. И внизу не работник. А, погоди, а если он пойдет удалять? И не только здесь, еще и здесь не работник. Значит, если внизу ни принтер, ни работник, и не работник, он шагает вниз. Окей. А если там что-то это стоит, он вниз не шагает. Должно быть нормально, да? А, соответственно, прыжок в если. Как только это все кончается... Смотри, как сейчас получится. Все получилось. А, погоди, здесь сразу работник же появляется. Косяк! Ну-ка, если убрать этих работников? Видишь, что творят? Они меняются местами. Так, тут надо какую-то проверку делать. А может быть, смотрите, может быть, брать одним работником число, если оно хорошее, то передавать вверх. Я думаю, здесь таким методом не получится. Нужно методом постоянного шагания. Ну, то есть... ну хорошо, давай попробуем сделать сначала. Взять из внизу. А если моя вещь сколько там меньше 50, соответственно бросить, нет, не бросить, а боже мой, куда дать? Дать вот сюда. С этими чертями что делать, черт побери. Они сейчас мешаться начнут. Ладно, давай пока дальше программим. Дать туда. И взять оттуда. Повторить. Повтор. Прыжок. Сюда. Как это выглядит? Так-то работает. Я сам не понял, как это заработало, но окей. Да, это решение выглядит приемлемо. Я уверен, что наличие такого высокооцененного управляющего было вдохновляющим для всех вас. Я сам не понял, как я это сделал, честно. Цель 32, наша средняя 25. Черт. Во мне реально кто-то сидит. 5 уровней, все оптимизированные.
Причем вот... Оп-оп-оп, и оно само как-то получается. Игра на выбывание. О, что это они делают? Они меняются. Бросок? Бросок? Бросок! Где они окажутся? Никто не знает. Когда вы нажмете кнопку «Играть», все кубы получат случайные значения. Остаться должен только рабочий с самым большим числом. Рабочий с самым большим. Подсказка. Хотите сравнить что-то, что у вас в руках, с чем-то, что держит ваш сосед? Просто используйте «если» в сочетании с интересующим направлением. Рабочие достаточно умны, чтобы сравнивать вещи в своих руках и руках соседа. Так. Ну, понятно, что сначала надо подобрать. Ну, что делать? Самым большим числом на кубе могут остаться. Все остальные должны упасть в яму. А, все, понял. Значит, подобрали. Если... Моя вещь. Так, погоди. Как сравнить-то, я не пойму. Если хотите сравнить с тем, что... Просто используйте «если» в сочетании с интересующим направлением. Если направо... Если справа... Больше моего... Если справа больше моей вещи, то, как говорится, дабл шаг вниз, да? Сейчас давай проверим, что получится. Трипл шаг вниз. Так, теперь нужно этих всех совместить в одно место и повторить трипл шаг вниз, да? Чё-то я... Это же типичная пузырьковая сортировка. Если справа больше, то поменяться. Затем всех, кроме крайнего, сбросить. Если справа... Больше, чем моя вещь... Точнее говоря, не так. Если справа меньше, чем... Моя вещь. Шаг направо. Вы так хотите сказать? Давай попробуем. Работает. Сортировка прошла. Ну, по крайней мере, два максимальных числа ушло наверх. Так, шаги сюда засовываем. Если справа не стена, три шага вниз. И плюс нужно добавить... И... Справа... Равна моя вещь. Не равна. Отлично, проверка сделана. Смотрим. Куда это они? Нормально вообще. Что произошло? Почему так получилось? Не будет одинаково, кричат. Точно? Да это ладно. Ну пусть не будет. Тут проблем-то вот в этом месте. Видите, они уходят. Это неправильно. Почему первый раз все работает? А, ну потому что здесь не было второго условия. Значит, нужно дольше их там погонять каким-то образом. А как это проверку?
Так, делай шаги, получай кубы. Кубы за шаги. Так, сейчас, погоди. И здесь надо добавить еще. Или справа. Ничего. Шаг направо. Ну как тут смотри, а заковыристо. Крайнего у стены вверх. Тут в том-то и дело, понимаешь, они не всегда самое большое значение у стены появляется. Их видишь, тут оттесняют потихоньку. И нужно этих оттесненных тоже как-то. И их оттеснили, они уже типа, они дошли до стены. И все, и тупят. Никуда не уходят. Соответственно, нужно их там каким-то образом оживить. Еще раз. Вот смотри. Вот 48-й. Он уже закончил программу. Соответственно, где-то нужно какую-то проверку ставить, чтобы программа не заканчивалась раньше времени. Прыжок в начало добавить. Зачем? А, ну в принципе, если они спрыгнули уже тремя шагами вниз, да? Давай. Типа еще раз пройдемся, да? Пока вы все не поспрыгиваете. Почему бы и нет? Ага. Ну, да, так сработает, но, видите, у нас тут один упертый попался. Он пытается сделать шаг направо. Нет, погоди. Это пытается сделать шаг направо, но этот стоит. Пока справа не стена, он перепрыгивает... А, он в цикле. Он в цикле, соответственно, ему нужно в цикле дать еще одну проверку. А может быть, нам тогда вот в верхний цикл добавить проверку? Если, смотри, справа моя вещь меньше. Или можно добавить еще и слева вещь меньше. А может быть, сделать проверку от, если справа больше? Или если слева больше, например, проверку сделать, то бежать вниз. Так, еще одну проверку, да? Если... Ой, сейчас кустарный вообще. Если слева. Больше мои вещи... Так это можно вот сюда впендюрить тогда, да? Ну, мне надо шагать вниз просто. Соответственно, я могу сюда же добавить. Или слева больше мои вещи. Сработало. 6 команд. Ну хотя бы по времени я прошел. Ну как это за 6 команд сделать? Так, если слева или справа больше твои вещи, иди вниз, иначе шаг влево. Или вправо. Хорошо, значит, если справа больше мои вещи,
это выкинем. Значит, если справа больше мои вещи или слева больше мои вещи, мы убегаем. Иначе, ну, шаг направо. Все равно уже больше команд. Круто, но это 7 команд. Упростили знатно. Кстати, намного проще стало. Опять мы упрощением занимаемся. А, можно иначе убрать, действительно. Действительно, можно просто убрать иначе. Все. Должно получиться. Отлично. Говорил, что оптимизировать не будем, но мы оптимизируем, ребят. Вот это идеальное решение. Круто. Что бы я без вас делал, а? Сортировочный зал впереди. Но, господа, я думаю, пока мы с вами остановимся. Мы с вами прошли 6 уровней. В лучшем виде, как говорится, подали. И это здорово. Всем спасибо за внимание. Если вы все так же хотите продолжение, не забывайте мотивировать. Ну а всем хорошего настроения, хорошего программирования, лучших алгоритмов. Пока.